Большие возможности и горизонты открылись для 10 новобранцев, которые отправились служить в войсковую часть 1005 президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России. А нашу съемочную группу пригласили на торжественную отправку призывников. И как это было, узнаете прямо сейчас. Смирно! Торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения в службу коменданта Кремля, президентский полк объявляется открытым. Для юношей сегодня особенный и волнительный день, хоть и на лице полное спокойствие и хладнокровие. Родителям не так просто скрыть эмоции, они волнуются за сыновей. С этого момента имена 10 тверичан будут навсегда вписаны в историю прославленной воинской части президентского полка. Приветственный адрес направил призывникам губернатор Тверской области Игорь Рудыня. Мне поручено от имени губернатора Тверской области зачитать приветственный адрес. Это особая честь вписать свои имена в историю прославленной воинской части. Офицеры и солдаты президентского полка всегда были образцом благотворительного мастерства, исключительной выучки. Представлять нашу страну и ее вооруженные силы на официальных мероприятиях самого высокого уровня, вести почетный караул в историческом центре столицы и обеспечивать безопасность Московского Кремля – это огромная ответственность. Желаю призывникам достойно выполнить воинский долг, продолжить традиции беззаветного служения Родине. Каждый год тысячи молодых людей из Тверского региона встают в ряды вооруженных сил Российской Федерации, вносят вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. Новобранцы из Верхневолжья ежегодно пополняют ряды президентского полка. По окончанию службы перед ними открываются большие возможности и новые горизонты. Это большая честь, но это большая ответственность. Вы приобретете не только воинскую специальность и верных друзей. Вы приобретете пригласительный билет в самые важные государственные структуры и специальные подразделения. И как говорил наш знаменитый земляк, у нас теперь народ простой, но гордый. В добрый путь, товарищи призывники. Ровно через год призывники будут отмечать День сотрудников органов безопасности как свой профессиональный праздник. Ну а пока у них начинается большой служебный путь длиной в 366 дней.